тест королевского кинжала. Сейчас будем пробивать все крышки насквозь. Вот вам, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Вон, посмотрите. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Легко. То есть перерубить, к примеру, ветку. Никаких проблем, поверьте, вообще не составит. Если еще рубить той стороной. Вот тут есть пила с другой стороны, пожалуйста. То есть вы можете ветку перерубить, можете отпилить. Я думаю, смысл понятен вам. Пожалуйста. Это настоящий тактический кинжал. Посмотрите, сам нож. Вот он, красавец. Это австрийская сталь Ванадис. Тут двусторонняя заточка, двойной дол. Композитная рукоять, литье серебра. То есть он очень удобно лежит в руке. Очень крут для работы. Смотрите на ножны. Ножны идут ручной работы. Внутри идет пластиковый кожух. Посмотрите, какая толщина кожи. То есть он никогда у вас не прорежется. Вот. Кому интересно, заказывайте. Гарантию даем пожизненно.